Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ», меня зовут Максим Кузахметов, а сегодня наш гость Дмитрий Ушацкий. Дмитрий, добрый день. Здравствуйте, Максим, здравствуйте, слушатели и зрители. Дмитрий много лет работал в системе власти в Ленинградской области, занимал пост главы одной из местных администраций. Если можно, Дмитрий, тогда подробнее расскажите, как это называлось, должность длинно и красиво? Длинно и красиво, не совсем уточню, администрация. Должность называлась глава муниципального образования Ульяновское городское поселение Тоснинского района Ленинградской области. Соответственно, это была выборная должность, это высшее должностное лицо, но именно представительская власть, представительная власть, не администрация. Спасибо за уточнение. Ну и я напомню, что я уроженец Петербурга, активист ингерманландского движения, и здесь вот сразу же можно перейти к актуальной теме повестки, потому что формально-историческая Ингрия – это, собственно, весь обширный регион, включая в том числе, кстати, и Тоснинский район, ну, как минимум, всю его северную часть в Ленинградской, да, в нынешней области. И мы, регионалисты, мечтающие о максимальной автономии, а в идеале – о суверенном существовании Ингерманландии, можем столкнуться с такой вот необычной коллизией. Выступая за то, чтобы разделение России произошло по существующим границам, ну что избавит, да, от всех конфликтов, от противоречий, от несчастий, как нам все пророчат, ну какие границы есть, что ж поделать. Но у нас в регионе два разных субъекта Российской Федерации. Отдельно Санкт-Петербург, и отдельно, собственно, Ленинградская область. Не всем это может быть очевидно в России, а это два разных правительства, два разных парламента, то есть системы власти исполнительные, законодательные, разные, хотя базируются в Санкт-Петербурге. Ну и вот, соответственно, первый вопрос. Какие опасности в будущем на этом пути у региональных движений? Я не вижу здесь особых опасностей именно у региональных движений, потому что, на мой взгляд, вот эта двухсубъектность разделения происходила в свое время из принципа «разделяя властвуй». То есть и моя работа как раз очень много находила подтверждений именно вот этому тезису. То есть удобно всегда иметь два правительства, причем самое интересное же, что и правительство, и областное заксобрание находятся и находилось, и находится внутри именно города Санкт-Петербурга, не где-то там в Гатчине, во Всеволожске, а именно внутри. То есть, что, на мой взгляд, как-то странно, да? Вот, и... Более того, просто напротив друг друга, да? На одной площади, просто, собственно, находятся. Да, просто напротив друг друга. То есть это, конечно, такое достаточно искусственное разделение, потому что... Ну и последнее время, по крайней мере, я работал до 2014 года, тогда это не настолько было выражено, а сейчас это стало еще более явно. Вот эти все вопросы, связанные с около, ну, за кадовским, так сказать, строительством. Да? У нас в Тоснинском районе это было очень хорошо заметно по поселку Тельмана, Колпина, граница. То есть люди жили в муравейниках, которые начали строиться на Ленинградской области. Ну, для Санкт-Петербурга это Кудрово, да, там, Девяткино, все вот эти места. Соответственно, живя в области, по факту работали все в Питере и ездили туда, метро провести сложно, потому что это земли. Ну, то есть начинались вот эти вот при развитии регионов начинались вот эти бюрократические препоны, которые, конечно, можно было бы решать, и, конечно же, создавались при мне еще какие-то комиссии, подкомиссии, надкомиссии, в общем, но поезд никуда не ехал, то есть все как было, так и оставалось. Поэтому, конечно, логичнее было бы при каком-то самостоятельности, там все, многие там боятся этого слова, распад, не распад, пусть это будет как-то по-другому называться, да, независимое это будет полностью или в составе федерации, это не так принципиально. Но, конечно же, полномочия должны быть намного больше независимости и, конечно, удобнее для управления и для комфорта жизни людей. То есть, в первую очередь, здесь надо ставить не какие-то там
интересы чиновников, а интересы людей. И им, конечно, было бы удобнее, чтобы это был один регион. Ну вот на наших с вами глазах за последние десятилетия не раз обсуждался вопрос о том, что да, логично было бы, чтобы это был один субъект федерации. Но вот как вы говорите, строятся гигантские жилищные массивы на территории Ленинградской области. С какой стати тогда Санкт-Петербург должен проводить туда линии метро? А там да. живут сотни тысяч людей, это вообще нарицательно уже эти жуткие человейники в Кудрово, как все это в будущем расклебывать, я вообще не представляю. То есть вы считаете, что этот вопрос не станет камнем преткновения, то есть вот конфликта вооруженного не возникнет между этими двумя субъектами, как нас всех пугают? Абсолютно, думаю, нет. Да и более того, сейчас уже и вопрос-то этот не стоит. Я помню, еще в нашей с вами молодости были вот этот областная прописка, не областная прописка. Сейчас этот вопрос, даже этот вопрос уже снят с повестки дня. Остались только какие-то формальности. У жителей не возникнет. У жителей Ленобласти точно не возникли никаких вопросов, потому что даже в последние все обсуждения, которые шли, там даже было модное же слово агломерации придумали, там, да, и все вот это вот что-то вокруг да около все ходили. Но понятно, что эта машина, которая выстроена власть, она не заточена на решение таких вопросов, хотя бы даже потому, что, ну, есть два губернатора, да, скажем, там, Дрозденко и Беглов, например, сейчас, а раньше там было, там, Сердюков, и кто ж просто так захочет быть, скажем, замом губернатора или губернатором номер два? Никто не захочет. Весь этот аппарат, который весь сидит там, то есть он же придуман, и, вернее, не придуман, а, наверное, может быть, он изначально и был придуман когда-то в хорошем смысле слова для людей, но потом-то он же стал работать только на себя, то есть и плодить, так сказать, вот эту всю машину. Поэтому сейчас эта машина работает только на удержание власти, причем давно уже, и о людях, о их каких-то нуждах, это как бы такая дымовая завеса. То есть на самом деле там все варится вокруг совершенно других интересов. Коммерция, политика и все. Ну вот не могу не спросить, потому что тоже на наших с вами глазах обсуждение о переносе столицы Ленинградской области, все время приходится произносить, да, это вместо Ингрии Ингерманландии, но тем не менее обсуждалось, вот Гатчина, например, рассматривалась, императорская резиденция, дворец уже готовый, да, для главы региона, и это, как казалось бы, было бы логично для безопасности, чтобы не упразднили и впрямь лишних чиновников, не объединили их с городскими. Почему эти проекты так и не были реализованы? Ну, частично я... Да, ну я так частично уже ответил. Дворец-то, конечно, необходим же, понятно, губернатор, он же не может, да, скажем, в каком-то месте другом управлять. Нет, конечно, не хватало еще только во дворце, да. Я думаю, что да, основная причина – это вот этот аппарат, который сам себя воспроизводит. Просто, ну, придумывают себе кучу задач, вот агломерация. Я вот тут освежил в памяти, посмотрел во время предвыборной кампании, последние все, опять же, обсуждали с агломерацией, в результате никакого ни агломерации, ни объединения не получилось, решили там совместные билеты какие-то, ну, так сказать, по вершкам пройтись, то есть проезд в транспорте какой-то совместный, ну, в общем, не решение это, конечно, никаких проблем, и сейчас ситуация такая, что она не может, эта власть, решить вот такие проблемы с улучшением жизни именно населения, потому что она, ну, повторюсь, про другое немножко. Не, ну понятно, что нынешнюю власть уже никто не выбирал, и задача любого губернатора понравится всего одному конкретному человеку, а не миллионам жителей. Но тогда вот в развитии следующий вопрос. Я примерно представляю регионалистские настроения в самом Санкт-Петербурге, активно в них участвовал много лет. Активисты ходили на разрешенных еще акциях с флагами Ингрии, Ингерманландии. А какие настроения в области? Потому что, ну, вы правы. Те, кто живут ближе к городу, ездят туда на работу, или наоборот, горожане, которые работают в городе, а проживают в пригородах, там понятно все, очень интенсивная, очень тесная интеграция, а люди, которые живут за 100, за 150 километров от Санкт-Петербурга, не может ли быть для них это все непонятно, не хотим, не проголосуем, зачем нам весь этот регион, хотим вот свою самостоятельную отдельную власть областную, без этого мегаполиса, который из нас все соки высасывает. Ну, я не могу, конечно, за всю область говорить.
У нас же есть там много разных старых городов, там Ладога, да, старая, например, которая тоже может какую-то в истории покопаться и посоревноваться, да, еще там, а то и обогнать и Санкт-Петербург, и другие города по своему, так сказать, по своей исторической статусности. Да, по древности, как первая По древности. столица Древней Руси, Да. безусловно, тысячи лет уже именно Да, старая ну, Ладога, да. поэтому, ну, я думаю, что, наверное, нужно делать больше упора. Я знаю, есть такие мнения, история это хорошо, как бы корни исторические замечательно, но экономика и жизнь людей должна быть во главу угла. И если при каком-то, значит, стечении обстоятельств, там, распаде, расколе и так далее, как его ни называй, появляется команда, а она есть много умных людей, которые, в общем-то, и работали во власти уже, и понимают, как это все делается, и все связи, которые необходимы, я думаю, что быстро будут налажены. То есть и людям, ну, наверное, им просто нужно объяснить, ведь если они так хорошо верят сейчас этому телевизору, говорящему ящику, там, какому-то истерику, там, Соловьеву и так далее, там, Скобеевой, да, то почему они, собственно говоря, не должны этому же телевизору поверить в более светлые идеи, да, и если это будет подкреплено еще экономически, то есть им объяснят, что вот так и так, я не думаю, что будет какое-то прямо. Тут же вопрос не в какой-то независимости, вопрос в том, что еще нужно все-таки, вот как мы на съезде вот народных депутатов, извиняюсь, я немножко вставлю, да, словечко, как раз обсуждаем реформу местного самоуправления, что тоже важно. То есть людей нужно, население нужно научить брать на себя ответственность за свою жизнь именно в своем, так сказать, дворе, деревне и далее по восходящей, да? И тогда у них не будет вот этих вот мыслей, мы тут отделимся или наоборот, мы тут Москва. То есть если люди будут заниматься своим двором, своим домом, своим поселком, своей улицей и далее вверх по восходящей, то у них меньше будет вопросов вообще, чьих они будут, так сказать, да? Вот, Это и длинная история. Приучать это ж надо десятилетиями, чтобы люди действительно не ждали подачек ни доброго барина, ни доброго губернатора, ни хорошего царя, а что вот мы сами. Причем в первую очередь вот то, что вокруг нас, а не где-то. Там далеко в Курильской гряде вот не отдадим Кунашир и Туруп, это вот наши. И вот да. жители Запада только про это переживают. Это же очень длинная история. Это Ну, не произойдет в один год. Это, кстати, вот любопытно то, что вы привели в пример съезд народных депутатов. Там же тоже поднимался вопрос, а когда вообще можно проводить-то свободные выборы после катаклизма, который, судя по всему, неизбежен в войне с Украиной, Россия потерпит поражение, потому что эти же люди могут легко, как мы с вами догадываемся, выбрать себе на первых же свободных выборах, ну, реваншистов. Тех, кто да. пришел с фронта и скажет, нас обманули, но сейчас мы подготовимся получше, снова на всех нападем. Как вот с этим можно бороться? Ну да, безусловно, такая есть история с реваншизмом. И, конечно, нужен какой-то переходной период, чтобы прошли, значит, процессы люстрации, да, в более мягкой, менее мягкой форме. Тоже это, наверное, обсуждается, потому что мы знаем по опыту восточных стран, что какие бы ни были законы люстрации там жесткие или не жесткие, то есть все они все равно не были выполнены на 100%. Но, тем не менее, и в этот переходной период, значит, страна должна, и страна, там может быть и не страна, а именно территории, да, должны каким-то образом управляться, и жизнь не должна парализована быть. Поэтому вот этот момент самый, наверное, важный. А свободные выборы, ну, наверное, они где-то, на мой взгляд, год-два, ну, через год-то точно уже можно будет проводить. Другое дело, что депутаты, которые туда придут, опять же, местные выборы, да, они должны прийти, осознавая свою значимость и ответственность. Вот что самое главное, да, то есть если они это будут понимать, то будет все получаться. На самом деле, Осознавая, хорошо бы. Но я тогда спрошу, да, глубже этот вопрос, потому что, ну, например, для меня сравнительно очевидно, что в идеале хорошо бы, чтобы это было внешнее управление, особенно после поражения, как бы это печально ни звучало, но тем не менее гитлеровская Германия после 1945 года управлялась достаточно долго извне. Ну, здесь лучше в пример ФРГ,
приводить. Да, Западная Германия, еще разделенная на сектора между победителями. И да, действительно, там на первом этапе оккупационные власти, конечно, они не хотели заниматься вопросами канализации. Выбирайте себе, условно, там, сантехника, да, на местах. Пусть он этим занимается, но не политические вопросы. И постепенно привыкайте жить без нацизма. Реалистичен ли такой путь? Еще раз, про внешнее управление. Ну, наверное, мы прогнозы в этой ситуации сейчас вообще сложно делать, да. Я, наверное, тоже бы склонялся к такому варианту событий. Я не знаю, конечно, кто захочет, мягко говоря, оккупировать территорию, ну пусть даже по частям. Но, наверное, либо внешнее управление, либо, я знаю вашу позицию, военная база, какая-то присутствующая на территории, да, хотя это бы минимум. Это не абстрактно, не потому, что военные американские будут приходить, ну, в бары, да, местные, да, это будет очень, да, выгодно. Это на случай военного мятежа, на тот случай, чтобы ОМОНовцы области, города, обиженные, люстрированные, молодые, здоровые, мордатые, не собрались там в 1000 человек вооруженные, не подняли военный мятеж. В Германии все это было. Капповский, да, путч, пивной путч. Для, скорее, безопасности, которую Антанта после 18 года, ну, грубо говоря, прозевала в той же Германии, пораженной, то есть потерпевшей поражение Германии, которая капитулировала, а потом все это возродилось. Вот чем все и опасно. Из бывших именно силовиков. И то же самое. Я тут, кстати, меньше знаю, до какой степени в области, какое количество людей вот на сегодняшний день Росгвардии, ОМОНа тоже в распоряжении властей находится. О какой цифре идет речь? Я затруднюсь сейчас сказать, ну, подозреваю, что это, ну, немало, да, потому что в области, я не помню, когда были какие-то движения замечены, потому что даже все протестные настроения Санкт-Петербурга, люди приезжают туда, да, и все эти митинги несогласных, и вот там Навальный, ну, очевидно, что где-то там в областных центрах этого не было, все ехали в Санкт-Петербург, поэтому... Трудно сказать здесь. Ну, я думаю, что власть подготовилась к каким-то таким вопросам. Наверняка они там есть. Здесь, ну, я думаю, что сценарий оккупации вряд ли, конечно, стоит, потому что как-то вот не думаю, что у Запада стоит такая цель. А какие-то варианты перехода, переосмысливания военных частей, каких-то частей полиции, милиции, ну, я все-таки надеюсь, что там есть здравомыслящие люди, и когда чаша весов уже явно качнется в ту сторону, уверен, что многие там как-то каким-то образом озадачатся своей будущей судьбой, судьбой, надеюсь, все-таки страны в том числе. Вот здесь у Петербурга специфическая, и Ленинградской области специфическая история, потому что рядом находится одна страна, которая уже входит в НАТО, Эстония, и вторая Финляндия, которая вот-вот готова в это НАТО вступить. И в какой-то степени контроль над Петербургом, где сейчас десятки тысяч вооруженных людей, да еще и, может быть, по-своему зазомбированных, это просто вопрос безопасности. Здесь же был, почему, любопытный прецедент. Наступление Юденича в 19 году на Петербург, к сожалению, провалившееся, оно шло буквально с территории Эстонии. А Северная Ингрия существовала как раз вот к северу от Санкт-Петербурга, пользуясь поддержкой. Ну, тогда граница Финляндии была гораздо южнее, да, к несчастью, только идеологической, а не военной. И, может быть, и финны, и эстонцы не захотят повторять ту ошибку, да, потому что вот, не взяв под контроль тогда, в 19 году Санкт-Петербург, они получили потом... Эстония полную оккупацию, а Финляндия потери значительных территорий. Вы не рассматриваете вариант, что это не коллективный, не весь Запад, а вот отдельно взятые страны захотят, может быть, вмешаться. Вот это, вот же она, граница, совсем рядом. Ну, наверное, в этом сценарии так и будет. Ясно, что это не будет, это будет какое-то, если и решение, то более хитро. Не все НАТО, а конкретно страны. Ясно, что не американцы, а чьими-то там условно, руками. Но я просто как бы, Максим, хочу сказать, что, очевидно, этот путь самый был бы простой, и я, честно говоря, не очень верю, в, как и вы, наверное, именно в свои, так сказать, демократические преобразования внутри, без участия, пусть не НАТО, а, ну, мира, да, Европы и Америки в том числе. И, наверное,
сейчас, вот, оглядываясь в прошлое, можно сделать вывод, что и в 90-е, если бы тот же Запад вместо там окорочков Буша и всяких траншей, которые непонятно куда шли, протянул, так сказать, руку более уверенно и затянул, или там, как правильно выразиться, нас, страну, поближе к себе в объятия, пускай это будет или в ЕС, или там в НАТО, или вот это сотрудничество, то эта интеграция и смогла бы, наверное, остановить вот эти имперские всякие замашки. Но сейчас, конечно, по кусочкам, это очевидно, что по кусочкам это сделать проще, да, то, что и Владимир Владимирович наш, да, собственно говоря, об этом и сказал, даже не стесняясь недавно, что хочет по кусочкам переварить, да, ну, это разумно. Да, что они к себе же возьмут, но по кусочкам. Вот ведь драма-то какая, нет, чтобы кусманищем, чтобы подавились. Ну, но... потому что, конечно, нет, я просто понимаю, как работающий вот на земле, что, конечно же, маленькими территориями управлять намного проще. Тогда и в этот вопрос вот этой Москвы, Московии и империи, он сам по себе просто разваливается, и у людей выбивается вот это единственное, чем можно гордиться, ну, не считая там победы в Великой Отечественной, да, там, вот это, какая у нас тут гордость? Самая большая страна, да, от Калининграда до... Да, самая большая страна, все, то есть не просто самая богатая, а самая большая, поэтому этот козырь, если каким-то образом пропадает из лексикона людей, то становится им проще, им не надо беспокоиться об этом величии большом, надо заниматься своими делами, маленькой Ингрии, там, маленькой Залесье, Москве, там, Соединенных Штатах Сибири, Татарстане и так далее. При этом после какого-то промежутка времени, если люди нормально будут развиваться, совершенно очевидно, что мы можем потом вспомнить об этом и собраться в аналог Евросоюза. То есть, и опять же, не значит, что границы будут внутри все выстроены сразу. Ну, я-то согласен, но нас же пугают вот это вот раздробление, обязательно конфликты. А здесь, наоборот, интересно вот тоже, опять-таки, ваше мнение. Понятно, что господствует в нашем регионе русский, русскоязычный этнос, но есть активисты, которые помнят свою культуру, вепсы, например, да, есть еще и другие финно-угорские народы. Как вы относитесь к тому, что вот они потребуют? Мы тоже хотим автономию. Тут есть у нас места компактного проживания, ну, такой условный, хотим свой Люксембург. Допустимо ли вот дальнейшее такое дробление? Ну, теоретически, конечно, допустимо, но я думаю, что здесь уже вопрос такого здравого смысла, как тогда говорил Ельцин, берите свободу сколько же хотите. Да? Здесь, если люди будут понимать, что их национальные чувства ничем не ущемлены, если они будут иметь возможность сделать школу на своем языке, иметь свое СМИ, там, газету, не знаю, там, общаться, то есть вот этот вот культурные этносы будут иметь поддержку, я не думаю, что они прямо захотят именно независимости. Здесь же вопрос больше о культуре и об угнетении. То есть если они не будут чувствовать себя угнетенными, то да и экономика тут должна иметь свое все-таки право на существование, да, как ни крути. Почему нет? Ну вот про экономику тоже хочется вас спросить. Это тоже распространенная такая угроза, пугание, что все, конечно же, без контроля Москвы, разделившись на отдельные государства, все абсолютно разорятся. Не секрет, что в Ленинградской области нету ни нефти, ни газа, ни угля, вот и все. Вот, мол, сразу и нищета. Что вы могли бы на это ответить? Ну, это абсолютно надуманная история. Сколько стран в мире живет, существует без нефти, Швейцария, там та же Австрия, которую вы все время приводите, вот пример, как развалившаяся, да, империя. А тут, ну, во-первых, Санкт-Петербург туристический город, это минимум, производства много, Ленинградская область, агропромышленный комплекс, ну, он, по крайней мере, всегда существовал, да, другое дело, что сейчас выгоднее застраивать дома, например, в том же там Ленсоветовском, который близко, да, ну, против истории тоже не попрешь, пусть это будет так, но всегда можно развиваться, и полезные ископаемые здесь есть. Нет, это абсолютно никакая не проблема, наоборот, сейчас ведь и налогообложение все существует таким образом, что деньги сначала уходят в Москву, а там уже умные дяденьки решают, куда и что
отправить. Мы сейчас вот на рабочих группах съезда депутатов народных рассматриваем, вот опять же, закон про местное самоуправление, и есть такая идея, наверное, мы будем идти, предлагать регионам именно, да, как модель местного самоуправления, 131 этот закон, по которому развивалась Ленинградская область, в том числе самая первая, и немножко, не немножко, а очень сильно модернизировать, и для того, чтобы именно и деньги, и ответственность у людей оставалась на местах. То есть это примерно, пусть не пугает это слово наше население, по американской системе, то есть вот по попечительские советы, то есть все школы, все университеты и медицина, то есть это смесь страховая и страховая медицина и попечительские советы. То есть деньги, это будет, должны быть по нашей идее система, которая вообще не зависит никаким образом ни от какой власти, ни от муниципальной, ни от государственной. То есть все, что можно отдать сверху, условно, вниз, ну, даже если это мы не берем Москву, а мы берем просто регион со столицей в Питере. Все, что можно вниз на места, остальные вещи остаются наверху. Соответственно, со всем финансированием все это внизу. Школы, дворы, муниципальная милиция, ну и так далее. И таким образом все это и будет работать. То есть, начав работать снизу, оно потом будет выстраиваться вверх. А если еще дальше шагнуть, вот тоже любопытный прецедент, который вы привели в Соединенных Штатах, например, там же на местном уровне, вот именно в провинции в основном, они выбирают себе прокуроров, судей, да? Шерифа. Да. Интересен ли этот опыт? Как вы считаете, вот в перспективе для северо-западного региона? Конечно, безусловно, все это должно быть именно вот даже та же независимость субъекта, ну, допустим, мы возьмем там Ингрию, да, а она как раз в этом и заключается, что если будет свой прокурор, свои судьи, свои без всяких федеральных структур, а так и должно оно быть в любом случае, и об этом вот мы как раз и предлагаем, и в Конституции это будет записано, и все это будет непосредственно на местном уровне, непосредственно стоит. Тогда и не будет никаких коллизий этих разгонов по приказам из Москвы, и не будет проведена эта вертикаль ни в какой, ну, условно, в армии она возможно, конечно, потому что если мы берем, опять же, конфедерацию какую-то, и нужна ли такая армия, да, которая там грозит всем, очевидно, что она не будет нужна. Агрессивная не нужна, ладно бы, для защиты. Швейцарские гвардейцы, которые вот будут ходить красиво на парадах, это хорошо. Ну вот тоже не могу, соответственно, не удержаться от этого же вопроса. Ну хорошо, Петербург и область, и регион, ну, наверное, без проблем смогли бы представлять из себя единое целое, но каждый раз распад, то это страшная гражданская война, это неизбежное кровопролитие, деться от этого будет некуда. Но и тоже хочется спросить, разве вот в случае с северо-западным регионом, Петербург, Ленинградская область, есть вообще от кого ждать вот этой вот агрессии? А какие вот соседи у Ленинградской области, агрессивные совсем рядом, с которыми страшно соседствовать? Есть ли они вообще? Я, честно говоря, не вижу там никаких агрессивных соседей. Ну кто, новгородское ополчение? Или кто, псковские десантники? Ну да, агрессивная эстонская военщина, как это в советское время говорили. Да нет, конечно абсурд. Там как можно быстрее пройдет интеграция, это как раз... Думаю, ну и вы, наверное, согласитесь. Вы же взаимодействовали, да, с властями соседних субъектов федерации, наверное. Были у вас какие-то мероприятия, пока вы были вот в системе этой власти, с вологодскими, с псковскими, с карельскими? Ну, не было таких мероприятий, но я понимаю, что люди на местах, вот опять же, тоже местное самоуправление, им же, в принципе, эти политические какие-то партии должны быть чужды. И как бы мы и предлагаем, что на местном уровне изначально точно не должно быть никакой партийной принадлежности. То есть люди должны заниматься своими вот местными вещами, а не вот выстраиванием каких-то там лозунгов политических и так далее. Поэтому... Но это совсем хозяйственники, а как человек, чтобы выразил свое отношение? Все-таки когда человек говорит, я коммунист или я антикоммунист, ну, там больше уже становится понимание о его идеологических убеждениях. Ну, если это ему не мешает работать, он может там вне работы проводить любые. Здесь-то вопрос же не о политике, а именно о хозяйственной деятельности, да, то есть потом там где-то
в нерабочее время можно помитинговать, там что-то такое сделать. Вот. Ну и потом здесь вопрос же, какие-то претензии, в чем они могут заключаться обычно? В территориях, да? Территории, вот что-что, а у России вот территории-то как раз достаточно, да, и поэтому я, если при грамотном, опять же, управлении, можно же и всем жителям Ленинградской области раздать по кусочку земли бесплатной, да, вдоль дороги, провести туда электричество, подвести газ, и люди будут заниматься совершенно спокойно, да, да и еще и приедут из других регионов с удовольствием. Нет, я согласен, потому что эти огромные поля, зарастающие борщевиком, в Ленинградской области последние годы, причем все больше и больше, приводили в отчаяние меня, когда едешь, и все это хорошо, если лесом там зарастет, то сколько получается земли, даже если рядом гигантские мегаполисы, зачем чья-то еще? Но это все скорее вопрос, да, психологический. А то, что вот вы упомянули про псевдоагрессивных соседей, я-то как раз думаю, что именно представители региональные, например, там, в Ладейном поле или в Подпорожье, или в Луге, они первые будут заинтересованы в интеграции, потому что близко уже, да, граница там Псковской области, или граница Вологодской области, или граница Карелии, чтобы там не было таможни, не было колючей проволоки, а как можно скорее был проезд, ну, как вот в любой западноевропейской стране, да, нет шлагбаумов. Иногда, да? Может, очень редко, либо таможник что-то проверит. То есть это все реалистичный путь. Все остальное – это просто вот пугалки и страшилки, ну, преимущественно Кремля. Конечно, конечно. Ну, давайте тогда на этой вот все-таки хотелось бы оптимистической ноте каждый раз завершать эфиры и программы ни страхами, ни угрозами, что все, катаклизм, Армагеддон и апокалипсис, да? Все-таки спрошу тогда прогноз какой-то. Какие могут быть примерно, ну, пусть умозрительные сроки, когда все спрашивают, и когда все это произойдет? Ну, самый оптимистичный и самый широко сейчас распространенный прогноз – это все-таки этот год. И я, конечно, никакой не военный эксперт все-таки, но я верю и надеюсь, что в этом году должно что-то случиться, потому что, ну, во-первых, хочется, чтобы скорее завершилась прежде всего эта война, причем именно так, как она должна завершиться, да, победой Украины, поражением России. В этом случае мы, как патриоты, как не прискорбно звучит, желаем поражения именно России, для того, чтобы она восстала потом из пепла по частям или так далее. То есть это все, любой нормальный человек понимает, что это благо сейчас для страны. Еще актуально напомнить, что мы-то оба с вами еще и служили в армии, поэтому иллюзии по поводу вот этой непобедимой легендарной тоже не питаем. Побеждать только вот неисчислимым количеством жертв и с собой в могилу тянуть всех, кто вокруг. Да, да, да. Тут, конечно, сейчас ситуация немножко усугубляется вот этой ядерной дубинкой, которая там есть или нет, тут уже, да, вопрос лишний. Но мы понимаем, что если танки и все остальное ржавое, то вполне возможно, что и там тоже все это может на месте где-нибудь в шахте, да, рвануть. Но это, ну, в любом случае будет плохо, там или там, это все равно, да, не очень хорошо. Советский Союз распался на 15 частей без ядерного катаклизма. Почему бы этому опыту не повториться благополучно без Армагеддона и апокалипсиса еще раз? Ну, давайте тогда на этой оптимистической ноте, да, чтобы было... Без ядерной катастрофы уж точно. Без ядерной катастрофы все будет хорошо, и Ингрия будет свободной, и все будет замечательно. Ну, тогда на этой ноте прощаемся. Я напомню, с нами был Дмитрий Ушацкий, меня зовут Максим Кузахметов. Вы смотрели программу «Ингрия без границ». До встречи в следующем эфире. Всего доброго, до свидания. До свидания, спасибо.